When lights go out, you're in my mind. I close my eyes, so it's just you and I. And I tell myself, you'll be back again. When the stars are aligned, we will dance in the meadow on our favorite place. When spring is coming. Всем привет, друзья! Будьте всегда первыми, но вторыми быть тоже норм. Начинаем влогину, полетели! Давай еще раз. Не могу, 13,5. Друзья, всем привет. Это Вика. И сегодня мы ее будем уничтожать суперсетом на ноги. Ты ноги качаешь, да, сегодня? Три сет будет. Это жим ногами, разгибание ног и изгибание ног. Будет жестко. Посмотрим, выдержит ли она три круга. Три круга тебе надо будет сделать. Полетели. Мы будем уменьшать, короче, вес. Первый подход у нас 100. Сколько у нас? 150? 150. Потом у нас будет минус 10 килограмм, это 140. А потом тоже, наверное, минус 10, это 130. И она без перерыва будет по всем тренажерам ходить. И посмотрим, выживет ли она в конце или нет. Полетели. Got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latchet. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it. Отдыхаем 2,5 минуты и следующий кружочек. Че, Вик, как ощущения? Как обычно, после ног. Да? Забиваются, нет? Ну да, уже. Представь, что на третий подходик будет. Будет офигенно. Будет жестко. Будет офигенно. Потом ходить не сможешь. Вика настолько машина, что она сказала, не надо вес убирать. Буду делать с тем же самым. Поэтому оставили тот же самый вес. Начинаем второй кружочек. You look good.
good when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Мощь просто, как ощущение. Штырило? Огонь. Огонь вообще. Посиди, отдохни. Оп, молодцом. Минус одно просто, хорошо. Короче, чтоб однообразия не было, я не стал все подходы снимать. Но еще я тупанул. Вместо понедельника я снова пятницу делал, первые три подхода с весом. Поэтому в следующий понедельник я буду два вообще делать. То есть в понедельник и еще понедельник. Два понедельника подряд я буду бомбить, короче, туда. Вот, а тут получилось вот так. Вот и все, ребят, отбомбили. Жесткая тренировка была, особенно для Вики. Она такого никогда не делала с Женьком. Женек ее тренировал. Говорит, Вика слабенько тренировал меня, ноги не болели. Я вот потренировал, она умирает. Завтра будет умирать еще сильнее. Я не врал, когда говорил, самые лучшие суперсеты на archomorris.com. Это 100%. Кстати, да, погода просто идеальная. Где-то 16 градусов. Я вот иду вот так. Я вспотел просто пипец. Друзья, кто не знает, у нас в группе Archomorris ВКонтакте проходят различные конкурсы за активность каждый месяц. Поэтому, кто не подписан, подписывайтесь, ссылочка в описании. А в этом конкурсе выиграл Даниил Тибердинский. Ты молодец, огромный привет тебе, братан. Спасибо, то, что участвовал в конкурсе, за то, что ты такой активный. Ссылочка на Даниила будет в описании тоже. Полетели. Друзья, сразу же после тренировки я пью гейнер, чтобы восстановить силу, энергию. И очень хорошая штука. Так что покупайте гейнер в MyProtein и пейте гейнер. Классная штука, ребятки. Самое крутое на самом деле, что у них гейнер содержит 40 граммов белка и 60 граммов углеводов. И всего лишь 17 граммов сахаров. То есть это немножко побольше, чем минимум. Минимум 15 граммов сахара меньше вы не найдете, скорее всего, нигде. Поэтому это отличный и выгодный гейнер, отвечаю. Друзья, людям, которые не набирают массу, вообще могу посоветовать, как массонаборная фигня, это пельмени. В пельменях очень много, довольно-таки много углеводов, белка и калорий. Например, калорий тут у нас 247 калорий на 100 грамм пельмешек. А получается, за раз вы кушаете где-то, ну, может, 300-350 грамм пельменей. Это получается больше 600, где-то 700, наверное, калорий. Это очень круто. Вот на самом деле не понимаю, что это такое риебалу. Вот, 11 грамм риебалу какого-то. Я не знаю, что это такое, но это какой-то язык непонятный. Это даже не эстонский, это даже не английский. Ну, далеко до русского. Какой-то риебалу. Полагаю, это белки. 11 грамм белка и 27 грамм углеводов, наверное. А углеводы на каком-то... А, это латышский, ё-моё. Англиаванденю. Это углеводы называются. Англиаванденю 27. Вот. Так что хорошая штука для массонабора, ребят. Всем советую. Я вот кушаю их каждый день, и масса растет. В банке топ. И у вас будут топ. Еще для массонабора могу посоветовать вам орехи. Орехи — это офигенно. Выбираете самые крутые орехи, в которых содержится больше всего калорий, и кушаете там полпачки, пачку в день. Я не знаю, сколько в пачке, ну, грамм 150, наверное, вполне может быть. А в 100 граммах там где-то 600 калорий. То есть это дофига, даже 650, наверное. То есть пельмешки, смотрите, там пельмени съели, значит, орехи съели, это уже 1500 калорий у вас получается, может даже больше. Потом гейнера выпили, гейнер еще где-то дает 600 калорий, это уже 2 с чем-то, это всего за 3 приема. И еще 3 приемчика, и у вас там накапливается 30 с чем-то тысяч калорий там. Но желательно есть, конечно, хорошую еду, там гречку, курочку, если вы набираете жир. А если у вас жир не растет, ешьте всякую ерунду, там хлам всякий. Кушайте там
не знаю, блин, не знаю, фастфуд какой-нибудь в конце концов. Потому что если вы эктоморф, то у вас все быстро очень сгорает. И вам немножко стоит позаниматься, и у вас все эти калории сгорят. Поэтому, прилагая вот к хорошей еде, качественной, да, там, гречке, не знаю, макаронам и так далее, вы можете еще кушать всякую, ну, трэш, короче, всякий мусор вот этот. Например, там, гамбургеры, не знаю, картошку фри, там, дополнительно. Можете сладости есть. Чем больше калорий вы схаваете, тем для вас лучше. Я имею в виду для эктоморфов. Если вы набираете жир, то ни в коем случае вам этого есть нельзя, потому что вы заплывете жиром, и от этого ничего хорошего не будет. Итак, друзья, следующий продукт для крутого массонабора – это, естественно, творог. И творог нужен не магазинный, а нужен вот живой, качественный творог. Покупайте у доярок. У доярок всегда лучший творог, потому что тут содержится 17 граммов белка. 17 на 100 грамм, представили? А я по 300 грамм его хаваю. Вот, значит, углеводов у нас тут получается 22 грамма углеводов и 300 калорий, представьте. То есть я съедаю 300 грамм творога, у меня 900 калорий получается. И умножьте, сколько это белка получается, 40. Короче, 50 с чем-то граммов белка, это дофига на самом деле. Не советую есть по 300 грамм, потому что можно печень запороть. Я так один раз запорол, и я кушаю немножко поменьше сейчас. А раньше я ел по 300 граммов творога. То есть представьте, вы съедаете творог, у вас 1000 уже калорий. Съедаете орехи, уже 1700 калорий. Где-то пельмени съедаете, уже 2300 с чем-то. И еще какой-то прием пищи, там макароны, не знаю, с курицей. И вот вам 3000 с чем-то калорий уже есть. И отличный массонабор будет. Но если у вас еще гейнер есть, то гейнер выпиваете просто во все тяжкие, пацаны. Полетели просто набирать массу. Я с вами заговорился, пельмени забыл посолить. Ё-моё. Еще не поздно. Ох, еще прилипли все. Ёшкин кот, карась. Ой-ой-ой, отлепил. Все нормально, живем. А так, друзья, спасибо большое за просмотр. Спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк этому видео. Подпишитесь на канал. Заходите на artiomoris.com. Лучшие программы для всех, для жирных, для худых, для всех в любых условиях. И спасибо вам за внимание, друзья. Пока. We'll be right back.